По синему морю, зеленой земле, плыву я на белом своем корме, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я в единстве, моей маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, единственной маме на свете. Возьми меня, добраться хочу, я здесь, я приеду, я ей закричу. Я маме своей закричу, я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Попытались строить двухголосие немножко. О, мы сегодня... Попытались. Думали, с чего начать, и начали с такой вот детской песни. Ну, а я буду говорить о своей маме сегодня, потому что для каждого мама – это самый главный в жизни человек. Так у нас называется сегодня программа. И я маме своей часто очень звоню, советуюсь несколько раз на дню, а то бывает и несколько раз несколько минут позвонил. И вот сегодня она звонит мне и говорит: Павлик, слякоть закончилась, снег весь растаял, снова напал, у нас зима. Я говорю: ну, у нас недалеко. До этого снова все растает, снова все нападет и будет зима. Ну и песня следующая называется «Тает снег». Внутри кристалла очень ровно, и расстояния огромны, как в подражании солнца и планет. А сон еще не улетает, а на душе едва светает, и слышу я, как тает снег. А сон еще не улетает, а на душе едва светает, и слышу я, как тает снег. Смотрю, как папа.
папарацци, и слышу я, как тает снег. Даже вот вдруг наш пришел Саша Симаков. Саша ходит исключительно на мероприятия. Ну, да. Наташа Кудряшова, автор-исполнитель. Я бы хотела спеть песню, которая называется «Моя безопасность». Потому что с первых дней жизни мать это обеспечивает нам безопасность, доверяешь ей настолько, любишь, ценишь. Я надеюсь, что получится передать эту любовь в слова. Моя безопасность в твоих глазах. Yeah.
нас скоро будет фестиваль. Руководитель будет... Андрей Курбанов. Есть одна песня, она называется «Спой мне». Конечно, она не совсем про маму, но она про любовь. Я взрослая стала, я все понимаю. Я выплакать слезы готова твои. Глаза снова в небо сейчас поднимаю. Тебя обнимаю, и ты обними. Прости, что не смела сказать это раньше. Прости, что сейчас это все говорю. Люблю тебя очень, безумно, без фальши. Твой образ навеки в душе сохраню. Ты мама моя, навсегда молодая. И лучше тебя в мире нет матерей. Я знаю, прости ж, десятый ругаю. А я не закрою открытых дверей. So nice to have you and then you've been on. You look and
тебя снимать, полностью оставлять. Эй, я руби-руби-руби, не так дышать. Дьяволу морскому, хотя бы черному, ему не устоять. Эй, маяк, ты слишком долго плавал. Я от тебя успела позабыть. Где тебе, а сколько долго тело? Прощай с ним, будь он дочь. Только на
руководитель Тельянова Юлия. Вот. А я приглашаю Радугу на нашу импровизированную сцену. Приземлялись драконы, здесь оживали игрушки.
увиден из окна. Здесь приземлялись драконы, здесь оживали игрушки, здесь постигались законы, здесь были друзья и подружки, здесь все видно и нужно, здесь все закончено цело, здесь так легко от души все. Подоконника летела на восход, летела на восход, летела на восход. 10 декабря в Радуге пройдет концерт, который готовит много разных клубов, называется «Путешествие в мюзикла». Вот, и мы сейчас с ребятами активно готовимся, просто откровенно распределяемся. Это оказалось сложнее, чем мы думали, не так все просто. Вот, потому что кроме того, что надо что-то сыграть, надо приготовить шоу, собственно, примерно этим мы и бьемся. Вот, я вам сейчас спою эту песню, которую мы готовим, вот, без шоу, чтобы у вас была ставка, чтобы вы пришли туда, 10 декабря. Вот ведь какая погода, вот ведь опять не всегда. Праздник Нового года холода. Вновь мороз, тут наркоз, а без воли в нос, видимо, это долго. И всерьез, тик-тик-тик-тик-тик, кто учёт, он морской. От всех невзгод и от утрат. Глаза же мамы — это небо,
сияющая над землей. Ведь всем известно, где бы ты ни был, она присмотрит за тобой. Неважно, что бы ни случилось, в какое время бы ни пришел, она утешит, приголубит и станет снова хорошо. И как бы сложно ни бывало, и сколько бы как ночью ни спала, своей улыбкой озаряла, всегда душа любви полна. Ты все поймешь и не осудишь, ты все простишь, прикрыв глаза, всегда обнимешь, поцелуешь, благословишь на все дела. Спасибо, мама, что терпела, всегда молчала и ждала, всегда все видела и знала, и тайны наши берегла. Прости же, мама, что порою нас невозможно доносить, что мало видимся с тобою, что нам всегда пора спешить. Ваня, ты там как спрятался далеко? Моя очередь, да? Очередь, да. Хорошо. Ваня, действующий гитарист группы «Легенда о солнце». Аплодисменты. Андрей Серафимович сегодня нам талантов дарит. То группа «Малина», то участники группы «Легенда о солнце». Сейчас я вам спою песню про школу. Как она связана с Днем Матери? Связана таким образом, то, что большинство текста этой песни придумала моя мама. Вот у меня дома синтезатор есть, я как-то сел за него, стал какую-то мелодию наигрывать, понял, что какие-то фразы получаются. И в той же комнате мама была, я ей сказал, давай текст придумаем. Вот. И так получилось, что у нее текст стал получаться на тему школы. Песня получилась немного детская такая, но, по крайней мере, сочинила это моя мама. Вот. Помнишь первый класс? Посмотри в открытое окно, грустно ли сейчас? Пролетели школьные года, не вернуть их вновь. Много было радости тогда и счастливых снов. Школа, 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 мы любим тебя. Школа, 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 лучшие года. Школа, школа.
Можно. В юности 9 декабря в 17.30 пройдет совместный концерт с участием меня и гитариста-вокалиста группы «Легенда о солнце» Игнатия Кирилова. Прозвучат, как так сказать, неизданные песни группы «Легенда о солнце», либо те, которые еще в дальнейшем будут потом разбираться. То есть такой будет довольно-таки масштабный концерт, где-то там песен 25, может. Ничего себе! Андрей Серафимович, вам будет? Я помню, конечно. Да, и не только Андрей Серафимович, а всем присутствующим. Андрей Серафимович уже начинал. Ну вот, и спою еще одну песню, она про любовь. Она полностью моего авторства. Где-то почти что год назад я ее придумал. Лишь звезды, смотрю на них.
соль только. Общаешься с нами, так говорит, нельзя. И у меня по сей день это осталось. Я не могу там, ну, я знаю, что есть люди, которые там неделями не звонят своим родителям. Не могу я так. Для меня это святое проснуться и позвонить маме, спросить, как у нее дела, как, чем она живет сегодня, там, пожелать спокойной ночи. Никогда не забывайте этого делать. Это единственный человек, которому вы по большому счету в жизни-то нужны. Вот, честное слово, это может быть, как, нет, бывают там какие-то конфликты, да. Я там хлопал дверью, но было достаточно только одного маминого взгляда. Когда я спускался на второй пролет, она мне говорила, вот только попробуй спуститься пониже. Да? Это было сказано по-доброму, по-доброму все. И вот эти вот уроки, которые... вот родители, да, у меня было правило, пока ты не напишешь 10 четверок, ты гулять не пойдешь. Пока ты не напишешь 10 однерок в клеточку, ты гулять не пойдешь. И это было правило. И я сейчас понимаю, что это обалденные уроки, которые потом, вот сейчас, когда ты уже взрослый, они откладываются. Благодаря родителям. Какие бы конфликты ни случались, что бы ни случилось, родители всегда вас будут ждать. Последний стих, который я сама сочинила, очень мне, я скажу,
Я стихи сочиняю, когда у меня есть какой-то толчок, какой-то есть эмоциональная, выплеск какой-то эмоциональный. Вот такой последний эмоциональный выплеск. Ну почему я так тебя люблю? За твою нежность, ласку и заботу. За голос твой родной, за охоту побыть всегда со мной наедине. Когда же в серый знойный день обнимешь ты меня настолько сильно, что не разлучит никогда нас ни одна магическая сила. А может, ты ответишь на вопрос, ну почему тебя я полюбила? А я тебе отвечу, все всерьез, потому что нежность подарила мне. Я вот сейчас песню исполню, а вы подумайте о своих родителях, о мамах, о бабушках, о папах. О папах вообще песен мало, но... Просто, значит, была у меня пластинка виниловая когда-то, песни Вячеслава Добрынина на стихи Михаила Рябинина, фирма «Мелодия», 90-й год. Потом она затерялась, а песня в памяти осталась. Я нашел эту пластинку, мне ее с Нижнего Новгорода присылали, я ее оцифровывал. В общем, люблю я виниловые проигрывать. Вот песня из этой пластинки Добрынин исполнял, называется «Ночной самолет». Вы послушайте ее внимательно, кто не слышал. Улетает ночной самолет, ты не плачь, провожая меня. Предстоит мне далекий полет в край, где нет ни жилья, ни огня, где не тают в горах ледники, где туманы лежат на снегу. Ты себя для меня сбереги, я себя для тебя сберегу. Мама, мама, дорогая мама, ты должна меня понять. Живи, не печалясь, я всегда возвращаюсь, чтобы тебя обнять. Живи, не печалясь, я всегда возвращаюсь, чтобы тебя обнять. И меня не посел, прости, кто-то должен всегда уезжать. Самолет улетает ночной, я привычно ремнем пристегнусь. Ничего не случится со мной, и к тебе, как всегда, я вернусь. Мама, мама, дорогая мама, ты должна меня понять. Живи, не печалься, я всегда возвращаюсь, чтобы тебя обнять. Живи, не печалься, я всегда возвращаюсь, чтобы тебя обнять. Я благодарю подростковый молодежный клуб «Чайка». Пока я не слушаю «Эдельвейс». Помогу для студии Юрия Тринину, можете встать. Благодарю клуб «Радуга» Лена Серова. Благодарю клуб «Березка». Андрей Серафимович Курбатов. Благодарю клуб «Юность». А скажите, что хотел сказать? Друзей моих верных, которых я очень люблю и рад, что вы рядом всегда. И то, что мы с вами можем просто вот так вот взять, спеть. Кто еще хочет спеть на месте? А Ваня сыграет.
Простите. 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 Прост